Криптовалюта в реальной жизни. Презентация Единоркоин состоялась в Киеве, столице Украины. Команда Единоркоин рассказала об использовании криптовалюты в повседневной жизни, какие есть плюсы и минусы, и как с ее помощью можно заработать. Также на презентации было принято решение об открытии в ближайшее время информационного центра Единоркоин в городе Киев для организации работы в данном регионе.